патруль СПД, которые... Он дебил, ехали за ним быстро. Да и хуй на него клал, давай расследуем, тебе сейчас приеду назад. У меня фрапс идет, если что, их могу, блядь, жалобы на них обоих кинуть. Обстрел, блядь. Мы все тут стоим, он, блядь, БК кидает. Да, да все нормально, идите в строй, блядь. Уж боюсь его распускать. Потому что, блин, все разбегаются, все, потом хер этот муравейник соберет. Господи, все машины стоят, кука БК, блядь. Кстати, Паш, я себе скину в ЛС скоро одну вещь там насчет диспетчерской. Как это будет, как должны действовать патрули при... как должны действовать юниты, точнее, перед патрулем. Вот я тебе скину. Вставишь, знаешь, куда? Прямо перед правилами, то есть сразу после перечень. То есть сразу перед перечнем ты вставишь этот текст. Потому что потом правила идут, они, я думаю, их читать-то никто не будет. Почему я ТНКД читал сегодня? Ну, ТНКД одно, а то, что я хочу, то, что сейчас там в диспетчерской, там правила, перечень, там половину я сам-то не читал, поэтому вряд ли кто-то будет читать, как должен действовать диспетчер, потому что диспетчер у нас будет только один, это я. Это пока что, пока так, пока у нас онлайн не поднимется до 20 с 5 часов по 8, поэтому пока так будет. Охуенный диалог с офицером. Ты что, засал, офицер? Секунд вообще одно есть, как бы. Так, короче, используя свой универсальный позывной, например, 1АЛМ22, АВ сообщать диспетчеру, что вышли в патруль, будьте активным юнитом. Поняли, да? То есть, я вот сегодня меня, например, кто-то спрашивал, как надо выходить в патруль правильно, да? Вот, просто садитесь в патрульную машину, там у вас будет уже свой позывной. Мы их решим чуть позже, потому что пока я думаю так, мы каждому как бы сотруднику дадим отписаться в теме, либо пусть они как-нибудь свяжутся с нами. Я думаю, надо будет создать отдельную тему тогда. Тони, слышишь? С кличками можно. Да, смотри, отдельную тему создать, и пусть они там напишут свои позывные. Не клички, а позывные. Это бред. Не буду создавать только тем, бессмысленно. Смотри, просто почему. Это будет не какие-нибудь там коршун и орел, это будет просто обычный позывной, и там, например, B12, то есть, да? Лучше вообще без чисел, потому что у нас чат числа иногда не пускают. Ну, одно число можно, ладно, окей. Просто для чего это? Чтобы у нас не было путаницы, чтобы у нас не было вот этих орел или коршун, чтобы у нас тупо были вот буква и число, соответственно. Да? Например, один Адам, вот, например. Фигня, да, можно даже не продолжать. Я имею в виду, что тема нормальная, а вот то, что отдельную тему можно создавать, это фигня. Можно все это организовать и в одной теме. Можно и в одной теме, я не спорю. Просто
Можно И как у нас будет сделать. большой флут, если все будут писать там свой позывной, будет большой флут. Но окей, тогда пусть пишут не просто позывной, а пишут свое заявление. Пусть будет отдельная тема. Тогда да, вот я так подумал. Отдельная тема, и там они будут писать свою должность, соответственно, свой ник, соответственно, свое звание. И, ну да, должность. И как бы свой позывной новый, какой они хотят выбрать. Там будет список позывных, потому что если я им дам сам выбрать, то они выберут, говорю, свое, типа, бред какой-нибудь выберут. Пусть это будет просто буквы, число. То есть начну с Адама, потом 2 Бейкер, 2, 3 Бейкер, 2, 1 Адам, 2, ну и так далее, да, поняли вот эту ситуацию. Пока на Адаме будем останавливаться. И еще один момент. Тогда это будет не просто. Тогда это будет не просто комментарий подряд в этой теме, а именно заявление. И мы их принимать не будем, потому что будет слишком огромный флут. Тогда просто они пишут заявление, и как бы мы вносим это изменение в самую начальную тему, да, то есть наверх. В общем, я тебе скину, как это будет примерно происходить. По крайней мере, так будет удобнее, чем создавать две темы. Мне кажется, ему глубоко все равно. Не, просто можно сделать, типа, как у нас там жетоны нам выдавали 55 на 55, там, типа, Саш, ты 55x. тупой? Я не сказал, что там произошло убийство. Я говорю, если будет 55-55, вот чат просто не будет допускать, потому что у нас в одном сообщении должно быть сразу это 55-55, код такой-то, ситуация такая-то. То есть он не допустит тен-коды, ситуэйшн-коды и твой позывной одновременно. Это Все, либо в два короче, сообщения тебе все, надо будет тихо, отправлять. все, хватит разговаривать об этих отделах. Ты мне создашь, ты мне скинешь тему, и все, я тебе потом скажу, если что, с тобой отдельно поговорим, потому что сейчас... Ладно, извини. Пришел так поздно, мне нет времени, блин. Я потом с тобой на выходных поговорим, это. Время есть. Кто сейчас свободен, может помочь не в игре, а помочь вот буквально на расстоянии. Я спрошу, попрошу вас вести команду одну, посмотри, что там. Кто может помочь? Никто, мы Ладно. сейчас у нас это расследование. А, у вас расследование, я думаю, что все такие серьезные, окей. От я их распределю, короче. И они четверо здесь. У нас через 15 минут собеседование. Так что давайте быстро. Идите в другой дом открыт. Я зашел.
У нас значит зареспаунился. Опять чел у нас напал. Все, он меня заебал. Нашел улики. Удачно. Через страйк. Через страйк команды не отыгрываются. Откати лучше, блин. Мы не можем провести ничего, потому что у нас здесь стенами на нас нападают. Все, я, короче, внутрь. Не-не-не-не-не, откати, Тони, сейчас мы все сами сделаем. Сейчас. Мы не можем.
Можем, Это не можем. РП. Можем, можем. У нас нет Расследование. такого отдела. У нас нет Мы... такого отдела. У Что ты нас несешь? есть центрифуга. Кто? Чё, кто? Центрифуга это не кто, Нет. это аппарат такой. А я знаю, я просто перепутал. Где? Где он находится? Берите эту, едем в участок. Ну, вообще действие, сейчас снимаем отпечатки пальцев с нее. Какого-то там человека находим. Ну, не какого-то. Ну, типа Алло, с... алло, 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 Алло. Тони. Ну, Тони, блядь. Тони, Тони. Шеф, шеф, алло. Что тебе, блядь, надо? Слушай, мне надо уволиться. Айди, я тебя уволю, вообще, сдавай быстренько. О, Айди. давай. Айди. Андрюха, Андрюха, у нас все заебись. Меня сейчас нахуй уволят. Мне Прикинь. похуй, айди, давай, быстро. Да ты тут при чем? Я своему Андрюхе говорю. Это мой помощник, моя правая рука. Левая. А, правая, которую ты дрочишь, да? Ты Андрюха дрочишь. Левая, Ну, левая. левая, ладно. Левый дрочишь. А правой мышку держу. Что за херню сейчас несешь, Доминик? Да. Вот. Вот-от. Что ты зашел сюда? Я слушаю. Ты увольнение хочешь? Тебя увольняю, давай. Кто я? Да, давай. Да. Окей. Ну да, я в игру Двигай. зайду. Блин, Давай. капец, вы все злые такие. Чего вы как волки, а? А, кстати, Да ты как? Доминик, ты там что-то Эриху хотел сказать. Он тут, кстати, сидит. Можешь ему все вырезать, что там ты А, говорил. да, кстати, Эрик. Ну ты, блин, капец поступаешь, подло. Чуваку, короче, выдали... А, сейчас, мой ID. 316. Чуваку, короче, выдали... 316 ID у меня. Чуваку, короче, выдали звезды, да? Сейчас, секунду. Так, чуваку, короче, выдали звезды. Случайно. Ну, точнее, ему, короче, бомж под колеса прыгнул. Он хотел тихо подождать там то все. Вы, короче... А, я тогда еще рядом проходил. Вы, короче, начинаете по нем стрелять и говорите, что он петушара. Хотя он вам ничего не сказал и просто по РП, можно так сказать, пытался скрыться. Ну, ладно там какая-то печенька по нему стреляла. Ну, блин, девятка начинает стрелять, блин, просто так. Без причины. Тем более не по машине, а по мотоциклу. А, ну по причине это было, если ты обо мне сейчас говоришь. Алло. Ну, Алло, да. он ж оружие не доставал, ничего не доставал, типа. Ну, он Просто стрелял. предоставил опасной жизнью офицера, когда переехал меня. Это уже опасной жизнью офицера, я А, уже мог подожди, это сделать. подожди. Ты, наверное, может, с кем-то Так, перепутал. пацаны, Он, типа... мне как бы насрать на ваш конфликт, идите в приват. Мне лично это не хочется слушать. А, Вообще, это вы кто? сейчас мешаете мне. Это Тони, да? Да, это Тони. Так, слышь, Тони, Питер, удали меня, как это? пожалуйста, из фракции. Пиши Давай. в рацию РП. А, да, извиняюсь, извиняюсь, точно. Андрюха, кстати, а ты сейчас где? Алло. Доминик, ты, кстати, тоже молодец. В кавычках, ты один в патруль не выходи, кстати. А, А, да не, лично я же не выходил в один патруль, я только на этот. на байке, да, это тоже один в патруле. Ну, окей. А. Не, ну реально просто обидно было, я тогда еще бомбил в Дискорде. Ну просто чувак случайно получил звездочку, а потом маялся с шестью. Еще чуть ли не расстреляли. Ну что это, Влад? Где этот? А можете нам машину предоставить? О! Воздушный диспетчер.
Надеюсь, правильно отписал. Все, я реловываюсь, короче. Сейчас с обедки будет. Эрик, с обедки помоги. Пожалуйста. Тренировка еще не закончена, Алё. Сейчас мы что вы найдем. Нет. Тот, кто воришка ее рисунок. Только надо машину. Идите в СФПБ. Ну так мне состав нужен. И ты нужен тоже, чтобы эту завершить, короче. Ну, сейчас давай это. Поехали, кто вот детектив стоит? Хорс. Хорс, поехали со мной сейчас. Возьмем транспорт и это. А, ну кто сел? А, детектив, вот сейчас возьмем это, за вами приедем. Сейчас это, если что, сотовозку пригоним. Нужно там все в машине сделать, кстати. Сейчас мы все в машине сделаем. Хотя, ну да, все, машина. Поедем сразу же к этому. У меня просто, типа, тема такая, что сейчас мы через центрифугу пробьем отпечатки пальцев, и потом, короче, это... Давайте, я здесь рядом. Слышишь, что ты что будет? Ну что, сейчас пробьем отпечатки, выснул, поймем, что он дома, да? Эту сделал. Короче, поедем к нему дома штурмовать. Также заштурмуем все. Его типа по РП повержу. Так, я вернусь. А нам прыгай, да? Че сейчас задвиж? Быстро выходите из дома, у меня сейчас собеседование. Быстро, хватит. Ходите, прыгайте. Поэтому. Угу. Ты где, Влад? Я вот бегу в офис. Ой, в офис в этот. Угу. Угу. Да. Сейчас я буду по этой по центрифуге пробегать. А, иди сюда. А, ну, Андрюха. Слышишь, ну, Тоня, я смогу тебе по РП, да, но без формы все сделать. По выговору. Да. Через сколько ты свободно будешь? Кто со мной, адвокат? Тьфу, детектив, блин, ты не тут? Знаю. Поехали. За ним. А куда ты с ним едешь? За сото. А, ну я тогда сейчас это в офисе поставлю. А, тогда давай с нами. Пошли, поехали, ты где? Я захожу. Давайте после обедки помогите. После обедки едем. Сейчас. После обедки, серьезно? Бля, у меня фрапс идет, я не могу. На паузу поставь. У меня не ставится он на паузу, мне придется две части выкладывать. Давайте, Эрих проведет. Ты просто возле него встань, за скрин и все. А, стой, подожди мене. Блять, Доминик, можешь выйти отсюда? Ты уже, в принципе, как бы не в этом. Что, пацаны? А, нет, ты еще в этом. Я уже зашел. Сейчас, пацаны, подождите. Уже никуда. Андрюха, сейчас, подожди, ты мне сейчас подкинешь мене. Блять, живу не вовремя, иначе не блидером будет. Сейчас я приду на набор. А, я тебя понял, да. Что на украине? Алло, ботики, ну что там? Помоги, проверь чуваков. Алло, Тоник. Тони. Чего? Ну что там? Что? Я типа в рацию вот написал. Тоник, джин тоник, помоги мне. Вот я стою перед тобой почти. Где Эрик? А? Проверяй. Я не могу, я активный диспетчер, поехал на вызов. Какой диспетчер, проверяй. Сейчас я буду проверять. Уже. Кто другой, кто-то проверяйте. Из-за этого я проговорю. Угу. Если ты будешь все время в
обеспечили, то эта система мне не нравится. Мне нужен зам. А замов у меня нету. Ой. Олег в офлайне, а коде нету. Обязанность замов ты считал? А, все. До свидания. Удачи вам. Пацаны, там набирайте нормальный состав. Всем пока. Комп. У тебя там, Влад, немного ошибочек. Почему у него две точки? Я надеюсь, вы расследование начали. Я... Если чё, фрап с меня возьмёшь. Я просто, типа, ну, с... Печатки через центрифугу делал. Весь... Все отчеты от старшего состава у меня не идет в отчёт. Это не считается. Что ты мне скинешь видео, мне отчет это не пойдет. Все скрины от меня должны быть. Оставь Хитоши, он будет этот, и выстраивать их куда-нибудь, я не знаю, просто мне. Да, всё. Ладно, срать. После этого едем на тренировку. Так.
Эрих, а с тобой два... А, нет, вот. Блин, Хуверш споит со мной. Минат, Аниш с тобой? Да, с Эрик, с Минат, Аниш. Да, слушаю, чё, пацаны. Ты же с Эриком, да? Эрих. Ну, Эрих. Не, правильно, Эрик Хартман. Нет. Эрик. Сагугли Эрик Хартман. Подожди, Эрик. Я просто все время думал, то, что его Эрик можно называть. Нет, нет, загугли Эрик Хартман. Да я знаю, это лучший пилот Второй мировой. Да, забыл, Германия. Что, думал, я не шарю?